Так, ну что, ребята, всем здарова. Продолжаем проходить Deus Ex. Мы находимся в секретной лаборатории какой-то, куда стекают все сточные воды. Вода у нас здесь отравлена хором, да. По глупости я туда прыгнул в прошлой серии, и у меня теперь нога. Нога функционирует очень хреново, надо это как-то, я не знаю, поменять. Как-то положение наше, так сказать, вылечится, я не знаю. Давайте хотя бы парочку аптечек еще заюзаем. А то не свято это, как инвалид бегать. Так, короче, будем действовать аккуратно. Я хотел собрать то, что здесь валяется. Внизу, да, там в ящиках и так далее. Но что-то там вода там дамажит прям так люто, то что я передумал. Вода реально дамажит, ну, очень люто, так что, ну... Ну, его в задницу. Так, сейчас, походу, на данный момент я обратно вышел. Так, ну давайте смотреть, куда нам идти. Собственно, мы с вами пришли оттуда, значит, нам надо идти, собственно, туда. Это у нас выход, нам туда не надо. Поехали, короче, тогда. Солдат МЖ-12. Как же все это делаю? А, точно, туда. Так, взломаем все это дело. Ломаем его полностью. Повернуть мост. Здесь у нас все под контролем. Поехали. Тихо-тихо. Бля. Как же он так по лестнице-то лазает? А, шутировано, все, отлично, класс. Я же ее отключил. А, это там еще одна камера. И вот, по-моему, она как раз-таки рабочая. Да, она рабочая. Можно, можно конечно, пройти в... Ёб твою мать. А, да, я забыл, что система безопасности здесь накрылась, так что мне сейчас будут палить все, кому не лень, в плане турелей. Так что лучше перестраховаться и уничтожить все нахер. Так, ну хорошо. Давайте все-таки, ребята, рискнем и залезем еще раз в воду. Хорошо, эта вода пока более-менее чистая, это уже радует. Канистр с напалмом. Ёб твою мать. Страсти-то какие. У меня энергии очень мало, надо пополнить ее срочно. Так, окей. Ничего нету. Кстати, надо еще проверить боезапас на арбалет, потому что сигнальные дротики. Сигналка одна даже, боже мой, дротик с транквилизатором. Тоже один дротик. Обычных дротиков. Тоже один. Ёб твою мать. Неужели у меня все настолько плохо-то, а? Фигово, это очень фигово. Блин, а, подождите, 2567. Вот дерьмо. Так, ну тут нужна работа, мать твою, с электрошокером. И лучше его перезарядить, чуваки. Магическая дверь открывается сама по себе и... Considering what the smuggler said, I would imagine this is where they're holding his friend. Именно здесь они держат у друга форну шика. Блин, эта вонючая камера, она меня выбешивает, он с ней что-то делать. И главное, хрен ее вырубишь. Она вообще вертится или нет? Давай вертись. Э, алло! Еще один такой же. Солдат, мать его. Secret Organization. Короче, сделаем, ребята, вот так. Не знаю, сколько градусов охватывает здесь эта камера, но, допустим, то, что она охватывает вот только вот этот мост. Сюда она не смотрит, не видит, вернее, эту область. Отлично. Опа! Картечь. Найс. О,
красота какая. Боженьки ты мой. Так, ну-ка, иди-ка сюда, красавчик. Did anybody else hear something? Вот дерьмо, 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 дерьмо. Nothing here now. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я думал, это камеры какие-то. Блять, вас здесь как-то многовато, вам не кажется, а, друзья мои? Вас очень много здесь. Один там, один здесь, один там. Ой, на кого-то дверь придаю. Бля, ай, пошел в жопу. Да что ж ты, мать твоя. Там чувака двери убивают. Опа! 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 Да, уже тревога, солдат. Расслабься. Ёб твою мать, там еще один хрен сидит. Да, беда. Беда. Ладно, начнем, пожалуй, вот отсюда, 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 вот от. Там тревога, раб. Блять, меня камера спалила. Ладно, не страшно. Да всем насрать, как говорится. Вот дерьмо. Отойди, 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 блять. Бля, капец, у меня игра подвисает, меня это выбешивает просто-напросто. О. Подожди, я перезаряжу, чувак. Подожди, подожди, подожди. Блять! Тревога! Нет, я это я сейчас тебя отойду, тварь такая, сука, зачем меня запалили, а? Сволочи такие, ну вы все запоганили, ну что за твари, а? Кстати, лампочки тоже можно разрушить, судя по всему. Ну ладно, черт с вами. Как бы запоганился все это и хер с ним. Все равно задание не провалилось, ничего. Ну, как бы постреляли в меня, да, с кем не бывает. Что тут сказать? Постреляй, постреляй, чё. Все иногда друг друга стреляют, да, ребята? Ставьте лайкосики, если вы тоже любите стреляться. Так, короче. Опа, а вот и наш союзничек. Блин, там камера опять стоит. Доктор Эквилизатор, давай. Ага. Да твой... Где пульт управления этим говном, а? Кто-нибудь покажите, где пульт управления этим говнецом? Ладно, черт с ним. Ну, конечно. Это не стоило того, чуваки. Здесь нет ничего абсолютно, кроме терминала. Да-да-да-да-да-да-да. Инициализация. Химик. Ваша интересованность его поведения не одобряет. Его поведение не одобряется. Ну, как только первичное испытание будет завершено, можете уничтожить его на ваше усмотрение. Пикник компании перенесен с 21 на 28. Пожалуйста, отметьте это на своих календарях. Хорошо. Взлом системы. Твою мать. Мы настигли несколько попыток взлома системы от Дедал. В основном это дилетантские туннельные трюки, не требующие всего ответа, однако. Ладно. Потом дочитаем. Там код поменяли, как бы. Это самая важная информация, да, то, что нам нужно. То, что там именно код поменяли. Остальное, в принципе, не важно, блин. Ну закройся. Что сразу не закрывается-то, а? Это не очень хорошо. Так, ну я думаю, успеем прочитать еще какое-нибудь письмо, да? Угу. Для внешнего входа.
Основной груз скоро прибудет, поэтому обеспечьте выполнение всех хлорных тестов. Ага. Блять, не успел. Твою мать, да в жопу. Короче, там очень интересное сообщение было. По поводу того, что там что-то изменили, какие-то... Эти, сейчас, подождите. Ваши рекомендации по поводу внесения в список насосных станций также одобрен. Ваше недовольство распыление, начальник жертв выглядит убедительно. Знаете, у меня смутное ощущение, что вот этот выброс, короче, сточные воды, это какая-то подстава вот этих вот ребят. Этого так называемого Мажестика 12. Я, конечно, не уверен, но, по-моему, так и есть. Судя по этому сообщению. Ох ты, мать твою же. Вот сюда бы я точно не рискнул прыгнуть. Там какие-то ящики валяются, зараза, а? Как обычно. Если какая-нибудь параша, то валяются какие-нибудь ящики в этой параше. Ну, круто. Круто. Отлично. Бери это говно. Ну, я, конечно, не хочу туда лезть, но... Можно попробовать. А, подожди, здесь безопасно вроде. Да, здесь безопасно. Тут просто такое освещение этой воды, как будто, я не знаю, как будто она реально отравлена чем-то. Какой-то парашей. Ну, короче, я не знаю, конечно, может, я ошибаюсь, но, по-моему, вся вот эта вот сырая с хлором, это вот, ребята, работа вот этих вот мажестиков. Типа, этой компушки, так скажем. Тем более, у них там такое удачное место, куда все воды стекаются. Это идеально вообще. Ну, ладно. Бля. Who are you? Smuggler sent me. Who's holding you here? I don't recognize the uniforms of the soldiers. I don't know. Я не знаю, это частная охрана для биокомпании или просто того. They had me doing anti-tamale work. Corporate security isn't usually outfitted for fighting ground war. They're doing experiments on people. Ай, блять, как-то удачно встал-то, а? Они проводят эксперименты на людях, а они не хотят быть раскрытыми. Какая-то тайная организация, проводящая эксперименты на людях. Класс. Блин, меня там двери убивают. Make a break for it. I'll protect you. Here I go. Да иди в жопу со своей пипикулкой. Все равно я всех перебил, так что хер ты кого сейчас вызовешь сюда своей охраной. Тревогой, так сказать. Вонючая камера. Так, отмычка, мультиинструмент, книга. Нанотехнология. Мехоуглерода, боже мой. Миллион микророботов. Эпидемия для чайников. Приготовление собаки для чайников. Чё за срань? Хлор может вызвать рак, бесплодие или врожденные дефекты. Однако, если это покажет, что риск получения рака возле бремя при потоке количества воды минимален или вообще отсутствует. Понятно. Ну, короче, чуваки, вот этой вот книжки, я думаю, это очевидно, то, что все это подстава искусственная, так сказать, вот эта вот срань вся, да? Все это было сделано специально в целях какого-то изучения. Да, не густо, не густо. Что тут сказать? Ой, Secret Organization. Бля, я этот комп пропустил с Саной, твою мать. Ой, я сейчас мог все отрубить, нафиг и не париться. О, фиг с ним. Вырубай все это говно. Все отлично. Сейчас, по идее, если я правильно понял, вот эта дверь должна открыться. Вот это, да. Она. Блин, обидно то, что я пропустил, конечно, этот пульт. Ну ладно, черт с ним.
Это что такое? Что за красотка передо мной? О боже мой. Я сейчас обкончаюсь до смерти. Кодовая граната, импульсная граната, газовая граната. Боже мой, боже мой. У меня заряд кончается, ребятки. Подпольный укуп. Так, хорошо. Это мы выкинем. Хотя, конечно, можно было юзануть, но не в этом месте. Чё за газовая... Ой, кодовая граната такая. Вот что интересно. При взрыве противобот... Распространяется полиморфное провоцирующее излучение на команды частотах почти всех ботов. Ботов в радиусе его действия таковы других ботов до сих пор, пока радиоконтроль над ними не будет восстановлен. Ага. Я понял, что это такое. Прикольная штука. Ключей 8. Вау. Канистра с напалмом. Ну это понятно для огнемета. Такая что за ракета такая? А, опять показался. Так, а это что за чудо? Ракета, ракетница. И чем она лучше, моя ракетница, кстати. Кстати, здесь какие-то другие еще ракеты есть. Давайте посмотрим, что это такое. Ух ты, мать твою, это напалм. Это как напалм? Не знаю, короче, что это такое. Ну, какие-то зажигательный боезапас заряжен. Заряжен вот ракету, короче, не знаю. Прикольная штука, сойдет. Очень веселая вещь. БФ. А, вот оно чё, блин, здесь описание дано. Белофосфорная ракета или Вулипетер. Вау. Ну, фосфор, конечно, это пиздец. Белофосфор. После детонации происходит слабый взрыв, освобождающий букву. Ох. Белый фосфор, это жуть. Так, выбросим. И посмотрим, что вот это у нас такое. И какие... Боезапас. Какой боезапас живет эта штука? Дешевая ракетная бронебойная одноразовая система. Это этот, как его? Одноразовая шняга? В натуре? Быть такого не может. Зачем она мне нужна? Знаете, я даже не знаю, в кого стрелять из этой шляпы. Нихуя себе. Что ж, хорошая вещь, но брать с собой ее, конечно же, я не буду. Потому что у меня места нет просто-напросто. Да и не нужна она на самом деле, что она одноразовая, считай. Зачем она нужна, когда у меня есть многоразовая ракетница? А вот эти бочки, кстати, это вообще вещь. Эта шняга распространяется, считай, на весь зал. Это вообще обалденно. Можно было просто гранату закинуть и убежать. И пусть они развлекаются. Развлекаются с этой шляпой. Блин, прикольно, прикольно. Круто. Короче, валим из этого вонючего бункера. Бункер, блин. Давайте-ка, знаете, вот мы туда пойдем. Там просто опять куча лазеров, и туда идти вообще неохота. Сейчас, ребята, мы с вами покинем эту секретную лабораторию. Продолжим наше путешествие. Стой, 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 стой! Блин, не успел. Окей, окей. Что тут у нас, ребята? Какие новости? Все чисто, ребята. Такое видео просто обалдеть, чуваки. И вы бы, ребята, обалдели, если бы увидели то, что увидел я. О, патроны валяются. Так, это у нас больница, да?
Окей. По идее, у нас все готово, да, в плане заданий дополнительных, так что можно идти выполнить основное. Поехали. Ну, террористы, конечно, это так себе. Это вообще срань, полная срань с этими ребятами. Топовыми. Так что сейчас мы с ними на изи расправимся. Да, блин, чувак. Отлично, отлично. Да, конечно, биоэнергия — это что-то с чем-то здесь. Блин, надо эти гранаты уже истратить до конца. Чё они валяются? Да, да, стань, хватит убирать. Не тупи, дядя. Огнемет валяется. Ёб твою мать, чё с ним? Чё с ним-то мне делать? Так, ну здесь такое не прокатит. Придется его ломать. Хотя, в принципе, можно, конечно, и не ломать. Можно просто-напросто забить и пока пройти. А, чё это такое, кстати? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что это за такая у нас тут? Так, тут и есть. Короче, сделаем так. Блин, как я неудачно все это раскидал. Надеюсь, мою драгоценную ракетницу никто не спипихает. Барахличка здесь валяется всякого. Фух, ну сейчас повеселимся. Веселиться пойдем, чуваки. Соки. Watch for lambs. I'm picking up sonic transducer activity. I'm sending you a satellite image that should help you plan your approach. Спутниковое изображение вот этого дерьма, вот этого вот пролета небольшого, так сказать, между зданий. Тут смогли что-то и спутник разглядеть? Серьезно? Ну, вон одну бомбочку я уже вижу. Так, окей. На крыша. А, нет, это антенна. Да. Не сказал бы то, что их здесь особо много, на самом деле. Ну ладно. Так как это подземка была, предлагаю начать с них. С нее, вернее, с этой подземки. И предлагаю все-таки взломать вот эту вот срань и посмотреть, что здесь у нас есть. Блин, прочность дверей 80%. Можно было взять базуку и вот по ней фигануть. Плохой звук. Ребята, я здесь! Звук каких-то лазеров. Ой, мать твою, две турели стоит, ёб твою. Дивизию. Не, натрубаем это говно. Отмычек у меня как говна, так что... Блин, здесь шунтирование нужно. Ай, нас в задницу сам все сделаю. Сейчас аккуратненько, вот так вот, хоп, хоп, как... Как крыска, так по трубе пробежим, да, так, оп-оп-оп-оп, все, все. Ни хрена себе тут турелька стоит. Угу, найс. А это случайно не он, кстати? Не генератор? Ли, случаем.
ракет. Отлично, вовремя. Как раз на Азаку с турелем. Что-нибудь еще? Отойдем, отойдем, ребята. Ёп! Ребята, я рили не могу. Обычно вот в игрушках делают бочки вот такие, да? С очень маленьким таким радиусом, да, взрыва. А здесь они, радиус просто огромный. Вот это просто обалдеть, непривычно. А у меня гранат нет никаких. Да, да, беда. Хотя, кстати, как можно сделать? Блин, а у меня реально нет ничего такого. Ладно, черт с этими турелями, пусть стоят, потом разберемся. Не охота сейчас с этим говном заниматься. Поехали. А это что еще такое? Что за лифт? Куда ведет? А-а-а, вот сейчас крыша, по-моему, будет, да? Ого! Heads up, JC. We've got NSF troops on the rooftops. Нормально, я пойду подземку. А, черт! Объебали на подземке. Так, сволочи, вы помните, что у меня огнемет с собой есть? Еще его сжечь буду. Жилет вижу. Как по жопе ты проскочил заряд прям четко, а? Вот такой. Что-то у меня не очень хорошо. Патроны для снайперки. Броня какая-то. Нож. Опять все заполнено. Ужас, ужас. Так, окей. Он, блин, у нас три такие брони, надо юзануть немедленно. Добавлено 30 единиц навыка. Вперед. Падать-то далеко, а? Угу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Окей, ломаем. Что тут у нас есть? Здесь ничего и нету. И быть не должно, по идее. Понятно все, короче. Окей, поехали дальше тогда. Так, убираем пока. Сука, прям сжечь хочу кого-нибудь, я не знаю, прям сжечь вообще. Я не Гитлер, но я хочу кого-нибудь сжечь здесь. Дико прям. Прямо спробовать хочу. Я иду за тобой. Сволочь. Ты подпрыгни чуть повыше. Ну давай, да не тупи, дай. Наверху, что ли? Блять! Что? Откуда это прилетело? Сверху, что ли? Ну, пойдемте проведаем, кто у нас там сидит. Террорист not win, motherfucker, bitch.
Сосы кирпич! Иди сюда, сука. У тебя красивый снайперский момент. Блять, какого черта? Кто по мне стрелял? Твою мать, не в руку попали, а. Тун-т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 ун. Легкая наступательная граната. Да. Так, окей. Опа. Блять, не туда закинуть. Что ж так, в жопу. Хотел зажать эту клавишу, короче, мышки, да? Чтобы там этот подержал сначала в руках ее. И только потом уже. Нормально все, сынок, терпи. Как говорится, Озон терпел нам велел. Докинешь хоть, не? О, докинул, красавчик. Только ему насрать на эту гранату, все равно. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, бежим скорее. По щам ему давать. Сука, а? Как тебе газок-то, а? Нормально? Я старался. Опять я нож подобрал. Давайте, суки, по одному. Какая элитная перестрелка, чуваки, эпичная, вернее. О, меня попали. Но броня спасет меня. Перезаряжаемся. Стой, сука. Все, минус один. Всем преданным членам НСФ грядет наш последний час. То, чего мы всегда боялись, нависло над нами. Теперь мы будем сражаться против грозящего нам рабства. Но вы храбры, мы сильны, и мы победим. Вернее, но вы храбры, вы сильны, и мы победим. Для обеспечения оборудования вражения проще. В подвале был организован временный штаб. Я понял. Так, ну что тут у нас еще есть интересненького? Что-то я не хочу сюда наступать. У меня смутное ощущение, что сейчас наступлю. Я провалюсь нахер. А, нифига. Это не та игра. Так, ну что тут у нас еще есть? Я просто хотел поспидранить, ребята. Не получилось, с кем не бывает. Ну блин, давайте, короче, стратим этот последний дротик уже. И вообще, я думаю насчет того, чтобы арбалет выкинуть. Хотя, кстати, всего одну эту занимают. Так что, я думаю, его стоит оставить. Задница это говно. Блять, я дубинку выкинул вместо ножа. Ладно, сейчас. Бывают в жизни разочарования. Обидно. У дубинки урон побольше. Блин, чувак, да ты чё, рофлишь, что ли? Я же нажал вперёд. Что же это такое, господи? Ой. Как же эта игра негативно-то относится к игрокам, а? Это вообще прям к новым, я имею в виду. Ай. О, пятнышко. Обомись. Собачка.
Мне вообще надо, по идее, подниматься, а я спускаюсь. Не тем я занимаюсь, на самом деле. Кажется, это копы. Нет, сынок, это я. Тихий убийца. Блять, она не туда. Ай, ладно, черт с ней. Жопа тебе, а? Ай, блин, а сам продамажился. Я не фашист. Я Дентон. О, ёб твою мать. Горите, суки, а? Горите, сволочи. Я фашист. Да, я фашист. Боже мой. Да, смешная игрулька, конечно. Да. Ах ты, сука, ты еще и выжил. Блин, он еще и не один, кстати, выжил, походу. Да, не один, там еще один где-то мотается. Да вы че, рофлите, что ли, а? Хорошо горят. Вот это, мать его, битва. Да. Ну, это, ребята, было... Как так сказать? Это была такая спецоперация. Так и было задумано. Кинуть гранату и перебить всех. Правда, одной грены я, так сказать, промахнулся, но с кем не бывает. Ладно, черт с ним. Аптечки кончились. Так, а теперь утаим всех этих чувачел. У него дротики с этими стабилизаторами. Прелесть какая. Блин, звук такой бм-бм. Такой глухой прям, я не знаю. Как будто по бревну бьют какому-то, а не по коробочке. Понятно, откуда они все сбежались. Эти красавцы-то, а? Что-то еще интересненького есть. Ладно, ребят, давайте пока закончим на этом моменте, потом продолжим. Ждите новых видосов, вступайте в группу ВКонтакте. Пишите что-нибудь в комментарии, ставьте лайкосики. Пока-пока.